Здравствуйте. Представим ситуацию. Мама очень устала на работе, а бабушке некогда присмотреть за детьми. Что делать в данном случае? Как маме вовремя остановиться и ресурсно наполниться? Сегодня нам поможет разобраться в этом вопросе психолог Нелли Пашинян. Нелли, здравствуйте. Здравствуйте. Мама в ресурсе – это мама, которая многое может дать своему ребенку. Истощенная мама, естественно, она не сможет что-то отдать, потому что нечего. Вот. И самое важное для мамы – это находить место и время для уединения. В любом закуточке своей квартиры, в любом уголочке обустроить это место и уединяться. Ходить гулять или куда-нибудь на встречу с подругой. Обязательно просить кого-то, не стесняться этого, забрать ребенка на некоторое время, даже на полчаса, чтобы просто присесть в кресло и попить спокойно чай. Уединяться для того, чтобы восполниться, не все мамы с этим соглашаются, и не все мамы отпускают ситуацию. Да, часто такое бывает. Да. И вот это тоже очень важно. То есть уметь отпустить некоторые ситуации, отпустить, не догладить, не достирать, не домыть, просто отпустить, сесть и отдохнуть. Вот это очень важно. Угу. То есть получается, что мама, не в зависимости от количества детей, да, не в зависимости от своих задач, просто должна уединяться, вовремя переключаться, да? Вовремя переключаться, да, чтобы наполниться. Угу. А вот совет также дайте, пожалуйста, вот старшим детям, которые также у них есть задача, да, присматривать за младшими детьми, когда мама отдыхает. Вот что здесь важно знать? Важно знать, чтобы ребенок тоже имел свое время отдыха и свое время, личное время в этой семье. То есть организовать для ребенка особенные дни, когда ребенок тоже почувствует, вот сегодня я отдыхаю, и сегодня я отдыхаю, как мне нравится, с мамой, с папой, может быть, даже один. То есть дать возможность этому ребенку, так же, как и себе, найти вот этот оазис времени для того, чтобы ему тоже было приятно потом с новыми силами учиться, помогать маме и делать все остальное. Нелли, благодарю вас за эти важные и актуальные ответы.